то, что в Новый год происходят чудеса, верят не только дети, но и взрослые. В эти выходные главную городскую елку зажжет главный Дед Мороз страны, который приедет в Пинск из резиденции в Беловежской пуще вместе со своей Снегурочкой. И это еще далеко не все праздничные сюрпризы. Елочку уже установили на городской площади, украшают ее новогодним убранством. Каждый год в новогодние и рождественские праздники в Пинске происходит что-то новое и интересное. В этом году пинчан и гостей города ожидает много приятных сюрпризов. В этом году впервые на железнодорожном вокзале мы будем встречать Деда Мороза со Снегурочкой из Беловежской пущи. И именно оттуда начнутся праздничные мероприятия, конкурсы, забавы. Будет очень интересно. Дед Мороз и Снегурочка приедут в наш город на поезде. Вместе с дорогими гостями в составе праздничной процессии можно будет проследовать прямо на главную площадь, где пройдет много интересных мероприятий и забав. Главный Дед Мороз страны зажжет городскую елку, а вместе с ней и яркую праздничную иллюминацию на площади Ленина. Организаторы основного новогоднего праздника продумали массу мероприятий, конкурсов, соревнований, выставок и праздничных шоу, которые придутся по нраву жителям и гостям города от мала до велика. Гостей праздника на городской площади ждет яркое театрализованное открытие главной елки города, спортивно-игровая программа «Полесская удаль», праздничная дискотека. А тем временем на втором этаже городского дома культуры с 11 утра начнет работу праздничная новогодняя ярмарка «Творчий фольварок», где около 50 мастеров предложат пинчанам оригинальные и необычные изделия ручной работы. Вы сможете удивить друзей, родных и близких душевными подарками к Новому году и Рождеству, проникнуться небывалой атмосферой теплоты, доброты и предпраздничной радости. На ярмарке будут работать праздничные фотозоны, где можно сделать яркие памятные фотографии в новогодней атмосфере. Гостям ярмарки предложат поучаствовать в мастер-классах по изготовлению новогодних композиций и елочных игрушек, которые проведут профессиональные флористы, дизайнеры и просто творческие люди. Праздничная торговля и новогодняя ярмарка «Творчий фольварок» будут работать для пинчан и гостей города два дня – 19 и 20 декабря. Вечером 19 декабря развлекательную программу продолжит праздничная игра клуба веселых и находчивых «Зимний кубок» Пинской открытой лиги КВН. Уважаемые пинчане и гости нашего города, приглашаем вас всех зажечь главную елку нашего города и поучаствовать во всех праздничных мероприятиях.